Рассказ Людмилы Шторк-Шива «Гордая долина». Под южным солнцем, овиваемая теплыми ветрами, простиралась изумрудная долина, покрытая цветами необыкновенной красоты. Высокие деревья раскинули свои ветви. Разные птицы и звери нашли в долине приют. Ее окружали скалы, по которым струились прохладные ручьи. Все вокруг радовалось жизни. Но однажды она пожаловалась Творцу. «Я устала. Все используют меня». «Но ведь это я посылаю дожди, чтобы ты могла взрастить травы и деревья, напоить и накормить все живущее», — напомнил Творец. «Не хочу твоих дождей. Говорят, это благословение», — добавила она раздраженно. «Но мне не нужно таких благословений, которые заставляют так тяжко трудиться. Лично мне хватит и тех источников, которые текут из моих скал». «Хорошо», — ответил Творец. «Пока ты не попросишь, дождя не будет». С этого дня ни одна капля не упала на землю долины. Сочная трава высохла, прекрасные цветы увяли, даже мощные деревья превратились в сухие столбы, поваленные ураганами. Все постепенно обернулось в прах. Животные покинули это пустынное место. Прошло много лет. Теперь ничто не нарушало тишину в долине. Только ветер иногда завывал в расщелинах скал. Но она не попросила Творца о помощи. Даже тогда, когда обнаружила, что родники иссякли, ведь они питались дождями. Долина покрылась глубокими трещинами, постановала от боли, но гордость не позволяла ей признаться, что она нуждается в живительной влаге. Творец тоже молчал, лишь изредка сбрызгивая скупым дождем раны гордячки. Как-то раз в долине появились ученые. Они взяли пробы земли и были поражены. «Если ее орошать, она прокормит тысячи животных и людей. Какие прекрасные возможности!» — восклицали они. «Но вода далеко от этих мест», — замечали другие. «У нас нет таких средств, чтобы доставить ее сюда». «Очень, очень жаль», — соглашались первые. «И все же, какие прекрасные возможности!» Через некоторое время в долину вновь приехали люди. Это были работники кино. Им требовался лунный ландшафт. «Уникально!» — восхищались они. «На земле, наверное, нет более безжизненного места». Долина была счастлива. Вот и наступил звездный час. Она неповторима, она прекрасна. Но люди уехали как-то слишком быстро. А как иначе? Разве можно долго оставаться в самой безжизненной пустыне планеты, какой бы красивой она ни казалась на первый взгляд? И вновь наступила тишина, ставшая теперь невыносимо тяжелой для долины. Но она ни слова не сказала Творцу. Однажды в бесконечно прозрачной синеве неба появился одинокий орел. Он медленно парил над пустыней. Долина была рада возможности пообщаться. «Куда ты летишь?» —
Пока не знаю. Ищу новое место для гнезда. Так надоело среди многочисленных родственников. Конечно, пищи у нас хватает, но я хочу жить сам по себе. Мне необходимы простор, свобода и тишина. Я самое уникальное место на земле. Кто тебе сказал? Люди. Они восхищались моими возможностями и красотой. И здесь очень тихо и спокойно. Правда? Что ж, может быть, тут я найду место для себя. Орел спустился ниже в поиске пищи, но, не найдя ничего, вновь взмыл высоко в небо. «Отчего же здесь нет ни одной живой души?» — обратился он к долине. «Раньше на моих холмах и низинах было слишком много суеты», — проговорила пустыня. «Мне все это надоело, и я отказалась от дождей. Говорят, что дожди — это благословение Творца. Я решила, что проживу и без его благословений. Они слишком ко многому обязывают. Кроме того, они вымывают из меня все самое лучшее, что вложено от рождения. Вот если бы дожди были только для меня самой, если бы не нужно было питать других, тогда бы я не отказалась. Теперь здесь тишина и покой. Ты ведь этого искал? Я начинаю сомневаться, что поступил правильно, улетев от семьи. Все говорили, что у меня большие возможности, что добьюсь в жизни многого. И я решил, что все мои таланты лучше разовьются. Что? «Уже по мамочке соскучился?» — язвительно перебила пустыня. «Или тебе крика птенцов не хватает? Как же ты примитивен в таком случае! А я-то думала, что нашла, наконец, действительно достойного собеседника. Ты же неинтересный, обыкновенный!» «Я хотел быть оригинальным, пока не увидел тебя. Теперь я знаю, куда может привести этот путь, и уже не хочу продолжать его. Лучше буду трудиться для других, забывая о себе. Прощай, вряд ли мы увидимся вновь». Пустыня не соизволила попрощаться. Она молча слушала свою музыку, вой ветра в скалах, и думала о своих прекрасных возможностях. Трещины, раны привычно болели, но мечта о славе привычно утешала. Она вновь осталась одна. «Я уникальна!» — шептала себе пустыня. «Единственная! Такой, как я, нет больше на земле!» Орел стремительно летел к родному дому, но ему хотелось лететь еще быстрее. Покинутое гнездо казалось ему теперь самым прекрасным местом. Он понял, что собственное гнездо должно быть таким же веселым и шумным, а не безмолвным и безжизненным, как пустыня, которую он только что покинул.